представляем вашему вниманию Samsung Galaxy Note 3. Отличительной особенностью данного телефона является наличие очень большого Full HD дисплея с уникальным разрешением 1920 на 1080 точек и диагональю 5,7 дюйма. При этом расстояние до краев телефона является минимальным, поэтому сами габариты телефона очень комфортны для использования даже одной рукой. Сам корпус выполнен из премиальных материалов. Это стекло Gorilla Glass на лицевой панели. С боковой стороны это пластиковая панель с имитацией под кожу, что придает телефону премиальный внешний вид. Несмотря на то, что телефон достаточно узкий, мы смогли увеличить батарею по сравнению с предыдущей версией, и теперь это 3200 мАч, что позволяет достаточно долго, порядка 40 часов в режиме активного использования, работать с нашим телефоном. Основная камера 13 мегапикселей с функцией задней подсветки матрицы, что позволяет делать великолепные снимки в темноте. Телефон оснащается 32 гигабайтами встроенной памяти. Плюс ко всему поддерживаются карточки памяти microSD. Благодаря тому, что телефон оснащен самым мощным на сегодняшний день процессором, 8-ядерный процессор Exynos, телефон обладает полной многозадачностью, чего нет у наших конкурентов. Для того, чтобы использовать максимально удобные функции, достаточно всего-навсего достать перо. Как вы видите, появляется контекстное меню и появляется 5 наиболее удобных функций. Например, функция «Активная заметка». Вы можете, например, во время разговора достать перо, и вам говорят: «Запиши телефон, мне перезвони». Вы можете ввести номер телефона, имя, сохранить все это. И после окончания разговора, перейдя приложение «Активная заметка», вы можете увидеть свою заметку, например, номер телефона Павла Бертона. Телефон автоматически распознает имя и телефон, и прямо отсюда можно, например, набрать ему. Телефон анализирует изгибы, в нем уже введены образцы всех возможных вариантов написания. Он распознает все европейские языки, русский и японский, китайский, корейский. Так называемый Magazine View при нажатии на среднюю кнопку выводит весь ваш контент в одном месте. Это новости личные, это то, что я последнее смотрел, день рождения моих друзей. Также он показывает обновления из социальных сетей и новости в том регионе, который я выбрал, либо в том регионе, в котором телефон находится. Телефон сам определяет это. Телефон уже доступен для предзаказа на нашем сайте. 34 990 рублей. Его цена. Начало продаж 25 сентября.